Полмиллиона фунтов на борьбу с Брекзитом выделил миллиардер Джордж Сорос. Почему он так хочет, чтобы Великобритания осталась в Европейском Союзе, узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Один из самых состоятельных бизнесменов мира Джордж Сорос подвергся разгромной критике. Его обвиняют во вмешательстве в британскую политику. Волну возмущения вызвал тот факт, что миллиардер пожертвовал 400 тысяч фунтов группе Best for Britain, лучшей для Британии, задача которой – остановить Брекзит любыми способами. Это будет внешняя реклама, агитация на улицах и лоббирование среди депутатов. С ними начнут проводить беседы о негативных последствиях выхода Британии из ЕС. И состояние Сороса значительно расширит деятельность и эффективность этой группы. Впрочем, сторонники Брексита считают, что миллиардер перешел границу, и он не имеет права вкладывать такие крупные суммы, чтобы влиять на внутренние дела чужой страны. Джордж Сорос решил объяснить свои мотивы в письме к британской прессе. Брекзит – это проигрышная комбинация для обоих, и для Великобритании, и для Европы. Политически Европа без Британии будет ослаблена в своей способности защищать и продвигать демократические ценности, а Великобритания за пределами Европы потеряет большую часть своего глобального влияния. Более того, в ответ на упреки сторонников Брексита Сорос пообещал выделить еще 100 тысяч фунтов в дополнение к предыдущим 400. Миллиардер надеется, что в стране все-таки проведут еще один референдум по выходу из ЕС. И по его результатам отменят Брексит. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».